Если такое решение будет принято, тут никаких, в принципе, вопросов быть не должно. Прямые это будут выборы, то есть это законодательство об этом говорит, как это было раньше, да? Либо это будет, опять же, конкурсная система и одноглавая. Все решают депутаты областного законодательного собрания, городской думы, правительство Нижегородской области, губернатор.